Я нашла, ого, 135 долларов шляпа. Ну, не ого, наверное. Это, наверное, крутая цена для шляп. Но их тут масса. Я в детстве носила вот такую сомбреро. Но, естественно, мне ее купили родители в Крыму. И я так ее не хотела, чтобы она когда-нибудь снашивалась. Мне так было ее жалко. Она сносилась. И когда она сносилась, я думаю, боже мой, что я буду носить? И вот я пришла в магазин, в котором полно шляп. Я даже не решаюсь померить какую-нибудь из них. А так хочется. Но я ее не куплю. За 135 долларов это... для меня жир. Гляньте, поля как завернуты.